Всем доброе утро. Ну, подъехали. Сейчас посмотрим. Дом на продажу. Полтавская область. Кременчугский район. Поселок городского типа Козельщина. Ну, кто выпуски смотрел мои предыдущие, там я все говорил за этот поселок, что здесь есть, инфраструктура какая. Ну, в общем, инфраструктура вся есть. Река Псел недалеко, 25 километров. Днепр 40. Ворсла тоже километров 40 где-то. Больница есть, супермаркет есть, школа, садики есть, банкоматы есть, железная дорога проходит на Кременчуг, на Полтаву можно ехать, также маршрутка ходит, ну для жизни все есть, в общем, так, все, сейчас придут, покажут нам дом, посмотрим, покажу вам, 17 соток земли получается в этом доме. И что она говорила еще? Общая площадь 64. Общая площадь, да, 64 квадратных метра. Ну, посмотрим сейчас, покажу вам. Вот такой дом. Вишенки растут, абрикоски, яблоньки. Так. А вот это колодец. Це качає воду в хату, да? Ну, бачите, от туди у нас це ось свій прийшов. О, та тут є помощник чужий. Ні, в хаті водопроводу немає. Води нема, да? Ні, там є тільки каналізація. А каналізація виїжджає, приїжджає, викачує, да? Ну, там яма за будинком. Ага. Викопана, ще не приїжджала. Все, понятно. Недавно, так. Насосна станція во дворі. Є там у нас ось в колодязі. Вода є в колодязі, беседочка, ось гаражик є. Гараж великий. Ну, хоч построїчки. Ось тут ще навісить такі, як беседочка. Гараж великий, я не довгий. Тут дома вражі, машина там стає і таке. Ага. Ну, звичайна машина. Ну, тут діда мусить. Брата... Літній душ. Чого ти? Не спокус. Хозяйка, ага. Погреб. Погреб есть. В общем, як в своих домах. Все для хозяйства. А, и свет там, да? О, чтобы не упасть. Погреб есть вот такой. Сейчас спустимся, посмотрим. Такие все. Для солочки, для картошечки. Аж холодно там. Так холодно, там даже уже нема ничего. Вікна дерев'яні, криша шифер. Ну тут теж якось постройки. Бачите, якщо да. Хозяйство, то есть там є. Ага, та я показав вже. Газовая плита там стоит, вот можно на улице готовить, если что, летом. Такая верандочка. Старые постройки, оно же, бачите, начиналось с кухни, типа душ. Да, вот так вот. Ну, тут есть коридорчик. Котел. Газовая плита рабочая, да? Да, рабочая. Котел рабочий же выключен. Батарея, сопалення. Канализация, бачите. Ага, ванна в хате, да? Да. Вот тут стояла, звичайно, ця, скажите, машинка-автомат. А, стиралочка. Стиралочка, вона, ну, оця, настояща, сучасна, тільки тут у мамки стояв такий бетон 40-літровий, вона туди воду то з колодязя шлангу закидала, стирала і викачувала. В общем, воду треба в хату проводити, якщо що, да? Так, так. Отак от. Це тут є кухонька така невеличка. Да, там кухня. Тут комната. Висота метра скільки тут? Ну, у мене метр 70, дивіться. 70, ну, ще метр. Ну, 20 десь, може, 2-3. 2. Так,
все трубы идут, отопление, батарейки все чугунные. Вот так вот. Спаленка ось. Да. Ну, так, це ж тут ми купили її. Тут була груба, розумієте? Це, в принципі, можна викинути. Ото там груба була, там плита. Угу. Ви поняли? Це тут, ну, печка як була, да, чи що? Да, як ви там бачите, ну, ось, дивіться. Ага. Ось, бачите, дивіться, де печка, гляньте, ось тут топить. Ну, ось так. І туди гріє. А, и туда вот такая печечка, дивите. Да, тут же еще готовить можно, да, на ней все, да? Ну, ну просто они тут же не готовы. Тут оно было, я так поняла, у них и, ну, те, что жили, типа, АПОК стоял, знаете, кто может еще и газом топить. Ага, я понял. Сейчас спаленку еще покажу. Такая спаленка. Все, везде батареи стоять. Тут комната велика, тут 12. Ой, це зал. Оця стіна, зала. Вона утеплена. Поняли, чи тобі на пост? Ага, я понял. Вона утеплена. Лінолеум лежить. Ось так от. Ну, тільки ж не живуть тут ніхто. Ну, не живуть, да, понятно. Да. Ось така зала. Везде батарейки, стены утеплені, кажуть. Ну, вот там, оце ні, ви поняли мене, оця. А, от есть. Ось так, от, ну, ота, от, от, бачите? Та чую, я ж і тут чую. Тоже. Ну, я топив. Хоч і було тепло, там помпа на какій. Зал... Ну, десь 2500 газу брало. Ага. А скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ять з половиною можна. Та шість метрів. Давай. І на чотири. І шість на чотири, так? Да? Я так думаю. Так, да, шість на чотири зала. Ось така. Так, а що, мебель залишається чи забирається? Оце залишається, точно. Те залишається, а те залишається. Я не знаю, що там. Ну, то вже з ним було. З хазяївами? Так. Да. Все, все понятно. Там ще огород є, хочете показати? Ні, та я ж вчора питав хазяйки, 17 соток, каже, огороду. Так, да, тут, тут воно на двох, ви поняли, на двох... Світ ванною я ж виключу. Ага, да, виключу, дивіться, ага, все виключу. Я то вечором прийду собаки, давай то виключимо. Та ну все равно, вдруг. Ну так, да. Тільки там на посаді це електричні. Да, счетчики есть. І помощниця є, бачите? Да, і собачка вже є тут. Все, туалет ось на дворі. Да, там на вулиці туалет. І там ще тут такі построєчки для курочок, для качечок там. Ага. Сюди до себе. Сюди. Ага. Воно нам розбухлося, навіть. Ось туалет є. Ну і построєчки там. І там огород ще, да? Да, я там вам покажу. І там далі огородик є. Получається, огород бачку перед... Ну я бачу, так, бачу. Так я, ну то есть цибуля, ви поняли. Тут теж старечки, якщо там щось таке, там птиця в них була. Ми це готові загородочки, там ззаді. Тут теж там кури. Заганяй живності. Тут порося, так, да, без проблем. Тут теж було, бачите, все зроблено. Угу. Бачите, а, ну це ж з погрібу, бачите, витяжка з нього. Тут теж така. Короче, хозяйство нам построить. Ну все, та не будем туда заходить, ну, делать бачите, с отсюда, и вон огородик. Вон вот по шифер, вон, бачите, по вот тут цей, и вот туди он. Ага. Вот туди, да вон до той кучи. Ну все, вот такий домик. Если надо зайти и жить, то можно заходить и жить. Перекладывать обои, включить глаз и жить. И потихоньку что-то делать. И что-то робить, да, да, понятно. Все понятно. Ну, все, остается. Ну, тут столики, тут mm-hmm. сетка остается. А крыша не бежит, ни до ничего? Нет, не течет, он брат регулярно проверял. Ага. Шифер тут ото еще, знаете, старых времен, что он... Ну, я понял.
Все, вот такий дворик. Все, дивіться. Деревьев много, всяких фруктовых. Люди, да, це люди дерев. Багато молодых. Ну, як відносно, ну, по 10 років, 12. Такий забор. Хозяйки перед вами, знаєте, як тут вони? Типа селищний голова. В итоге... Ну, вот такой дом на продажу выставлен. Надо делать подъезд машины, чтобы выкачивать канализацию, септик. Воду надо подводить с колодца, станция стоит в дом. Ну, остальное все вы видели. Да, всех с праздником, первым днем весны. Всем здоровья, мира, чтобы все было хорошо у вас. Ну и все. Цена, номер телефона оставлю в описании. И будет на экране у вас номер телефона. И цена этого дома $14 000 просят. Ну, звоните, разговаривайте. Может, дешевле вам продадут, кому надо. Может, кто-то хочет снять дом тоже. Номер телефона аж оставлю. Звоните, может, и пустят пожить переселенцев кого. Так что звоните, договаривайтесь. Ну, все, с вами надолго не прощаюсь. До новых встреч. Всем мира, добра, удачи. Еще раз всех с праздником. Пока-пока.